Всем здравствуйте, снова на прогулке с собаками. Снова пришли любоваться закатом. Приехали. Теперь немного ножками. Что-то я думал, мне надо туда, а мне похоже надо сюда. Машина рядом. Получится. Ну ладно. Может, я еще и путаю, может, мне все-таки надо было сюда. Одна уточка сейчас крутилась. Нас увидела и улетела в озеро. Озеро там. Сейчас подойду. Нет, вот она. Большая оплеска, значит, мне напротив машины надо. Вот так вот тут. Чё, дурачки, балуйтесь. Скучно собакам, скучно. Главное, что вот эта тучка. Хотя что тучка? От дождика да, я в машину спрячусь. Только что если выйду, не выйду обратно. Но можем заночевать. Лопату мы сегодня не взяли. И вещмешок мы сегодня не взяли. Да, Шорох? Как-то быстро собирались. В общем, утка где-то как раз надрывается напротив машины. Сидит. Перейду. Мне кажется, они вот так вот летели. Что машина нам не помешает. Хотел-то я вот на границе Кошиного травы стоять, в кустиках прятаться, туда неохота лезти, но, видимо, придется на край вот этой травы и рогоза встать. Посмотрим, в общем. Это где затоилось у нас? Много мелкого ротанчика булькается. Возможно, утка их тут и лопает. Однажды давно у нас в другом хозяйстве были такие разливчики, болотины. Ротан тоже разошелся. И осенью утка его летала, ночью кормилась. Кушала полностью от желудка до клюва. Все забито было ротанчиками такими, сантиметра по два, где поболее. Может, она туда еще вода, не знаю, но в общем мы тут побулькались, мы никого не спугнули. Еще может закрякает, пусть она у нас вместо
подсадной тогда будет. Не знаю, как камера передает, у нас такая красота. Там такая розовая облачка. А тут такие темные облачка, да, шорох? И там темные. А тут светло. Может, меня вот так вот так жжух, обойдет сторонкой. А если сейчас закат полностью затянет, то все, камера вообще ничего не увидит. Стоим, ждем. Прошлый раз куда-то вот сюда уже в это время 19.08 пролетали единичные. Основную массу я видел где-то 7.40, наверное, 7.45. Что у нас еще времени вагон. В общем, налетела сейчас уточка. Или Грета ее подняла. Потому что Греты где-то нету. Шорох хрящий. Сбил. Пала куда-то вот сюда. А вот Грета уже ее, наверное, и нашла. Нашла? Грета? Или не нашла? Ну-ка ищи. Ну-ка ищи. Ищи. Да, ищи. Мне показалось, прям даже могла она пасть в камыш. Кто-то нашел. Шорох не нашел. А Грета где-то затихла, да, Грета? Нет, Грета шарится там. Ладно, будем искать. Бывает. Да, Грета? А я начал искать. Ну-ка, брось! Фу, брось! А, червочка нашла. Грета, молодец. Вот шорох, шорох. Шорох, вот. У нас дождь расходится. Только нельзя. Все, молодцы. Да. Куда-то забил сюда. Он, Грета, видимо, уже нашла. Или не нашла? Нашла? Все, молодец. Молодец. Ну-ка. Ну-ка, не драться. Все, молодцы. Молодцы. Эх, дождь, дождь. Нашли первую стреляную. Которую еще более-менее светло стрелили. Все-таки пала она камыш метров за 10 от края.
Где край-то вообще? Вон он. Так что вот так вот тут всех, в общем, собрали. Две косатых и черок. И с одного налета я два раза промазал. Вот четыре раза налетели. Вот такая охота. Вот, в общем, добыча. Две утки, крикалыш и черок, свистунок. Вот такая охота, да, Шорох? Куда Грета уперла? Где-то скоблилась там. Хотела в машину попасть. Видимо, уперла. Грета! А, вон она. Так, Шорох, айда на место. Айда. Залазь на свое. Грета. Айда, ты домой хотела. Айда. Шорох. Айда. Ну ладно, всем пока.